Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, вы на канале Стримтайм, и мы уже не продолжаем, а начинаем новое прохождение, вот, а именно оставшиеся позади. Одни из нас мы уже прошли, те, кто не видел, обязательно чекайте на канале, в плейлисте Last of Us Part 1. Забыл, где находится. Вот, собственно, чекайте там все, все видосики, всю сюжетку, полное прохождение. Вот, а где, что достать, как, гайды, шмайды. Вот, в общем, все на ваш вкус. Вот, потом позже будут нарезочки со всех серий. Тоже обязательно чекайте, смотрите. Вот, решил попробовать новое качество, кстати. Не поставил не 20 тысяч килобайт в секунду, а 50, вот, чтобы по максималке. Посмотрим, вообще, воспримет ли YouTube, зальет ли он его, сколько это будет весить и так далее. В общем, все будем тестить. И, соответственно, со стримами тоже попробую на более высокую планочку, так сказать. Задеру планочку, вот, и повысил тоже битрейт. Посмотрим, когда запущу стрим. Но это все потом. Оставшись позади, я уже начинал, как всегда, все забаговался, сломался. Придется сейчас заново проходить все. Благо, я недалеко прошел. Да-да-да-да, все. Я выбрал все, что надо. Опять, конечно же, долго, мега-дед просто загрузка. Пока заморочимся спуском. Меня бесит постоянно... Вот. Квадрат постоянно в углу экрана. О, вот теперь четенько. Что ж, довольно трагическая концовка, естественно, как ожидалось, я знал, что будет такой конец, собственно, но пройти самому это совсем другое, поэтому всем, конечно, советую пройти Last of Us, у кого он запустится, хотя бы даже на минималках, кто очень хочет поиграть. Вот, я все-таки скачал более-менее корректно пропатченную версию, вот, сами знаете где, и, соответственно, прошел ее вот вместе с вами. Вот, поэтому чекайте финальчик, короче. Вот. А мы продолжаем играть за Элли сейчас. Вот, собственно, посмотрим на всю эту историю глазами Элли именно. И попроходим за нее. Почему бы нет? На этом Last of Us еще не закончен. Вот, осталось пройти дополнение. Вот. И будем ждать уже вторую часть, когда выйдет на ПК. Вот, возможно, он даже есть, но я не уточнял. Вот, я какую-то скачивал, но так и не запускал ее. Вот, будем смотреть. Возможно, я просто скачал и удалил. Вот, не знаю, ничего не буду обещать. Давайте смотреть видеоролик. Что? Цикады? Прыгнись. Это что за уроды? Назад, говорю! Джоэл, клади руку на плечо. Давай. Кажись, ушли. Джоэл? Джоэл? Черт. Джоэл, ну-ка. Вставай, вставай. Скажи, что делать. Давай. Ну, вставай ты. Джоэл. Чего? Я думала, ты щелкун. Ну да, ржачно получилось. Ты же меня не убьешь, правда? Мы с тобой не виделись уже даже не знаю сколько. 45 дней. Ну, по сути, 46. Интересно, где я была? Все это время я думала, что ты погибла. Да. Вот, смотри.
Не может быть. Ты все без соседки? Мне 3 года пришлось спать под лис, а ты знаешь, как от нее воняет. Ты цикада? Так и висит. Что? Куда ты пошла? Не хочу, чтобы меня застукали с цикадой. Расслабься. На этом этаже ни одного солдата. На, поздравляю. Эй! Без обид? Без обид? Я сбежала, и ты злишься. Но я могу тебе все объяснить. Только давай переберемся в другое место. Уже почти утро, и у меня начнутся учения, на которых нас учат убивать цикад. Хватит, надевай штаны и пошли. Я идиотка. Смелее. Мы с тобой хоть раз попадались? Блин. Ну хоть что-нибудь. Черт! О, сойдет. Так, давай-ка повернись. Господи. Временное средство сойдет. Я сбегаю и поищу, чем тебя подлатать. Мозоль! Стереги его! Я скоро вернусь. Обещаю. Ладно, порядок. Ош, идем помогать Джоэлу. И куда мне теперь? Пошариться по магазикам. Так, ну так как я это все уже проходил, церемониться не буду. Собственно, пойду сразу по своим делам. В общем, как вы поняли, дополнение это то, что было вот в то время, пока Джоэл, так скажем, болел. Вот, и мы пытались его вылечить. И, соответственно, какие-то моменты из воспоминаний Элли. Так. Да-да-да, я в курсе. Аптека Уэстона. То, что нужно. Так, замок. 38-30-31, если не ошибаюсь. По-моему, пароль такой. Кирпичи. Сразу прошарим все полочки. Какого хрена? Таблетки сожрали, а пузырек оставили? Надо было пузырек тоже сожрать. Но это все бессмысленно обыскивать. Ну, не знаю, может быть, по сюжету надо. Ну-ка. Ну, буду проходить так же, как и проходил до этого. Ну, конечно, все унесли. Так, где-то еще тут, вот оно. Что тут? Ну, хоть что-нибудь. Нутричен. Ничего. Типа здоровое питание какое-то, что ли? Там целая коробка в холодильнике. Вон, смотрите, там еда, может быть, напитки. Бухлишко заберем.
Топ-топ-топ-топ-топ. Моё. Всё, что ли? Что ж такое? Это замок называется. Аптечка. Как мне туда попасть? Бумаженца. Так. Фармацевт. Может, у него есть ключ? Важно. Фармацевт спятил и напал на меня. Пришлось ему врезать. Он без сознания заперт в магазине американской принцессы по соседству. Помогите ему. Комбинация замка 35-30-31. Ошибся на 3 циферки. Ну, на одну вообще, на 3 позиции. Не 38, а 35. Тридцать пять вправо, 30 влево, 31 вправо. Готово. Сработало. Ой. Пойди, не бойся. Черт, всего лишь споры. Кирпич оставлю. Кирпич поинтереснее будет. Если собираетесь на меня напасть, лучше давайте сразу. Так, я же могу что-то сделать? Нет. Блин, и при первом же прихождении было то же самое, собственно. Именно в тот же момент, в том же месте я задался вопросом, а могу ли я что-то скрафтить, так как у меня есть бухло и тряпки. Так, здрасте, мистер Гриб. Дрянь, эх. Только не оживай, только не оживай. Пусто. Да где же? О, ключ. Так. Блин! Чтоб тебя, зараза! Ухлек. Так. Ключ. Аптека. Погнали. Улица, фонарь. Не забывай меня, я буду по тебе скучать. Но не очень, Лора. В первый раз было прикольно то, что момент, когда она, типа, вот это сделала, типа, чихнула или как-то плюнула, я не знаю, короче, я испугался. А, черт. Опа. О, кирпичом-то уже то, вдруг. Закончилось так. Так, ну теперь у нас есть ключ. Можно, собственно, проникнуть за аптечкой. И вот как раз на том именно моменте с аптечкой у меня и заруинилось все. Есть. Нет. Так есть или нет? Вертолет. В нем должно что-то быть. Он туда стопудово. Держись, Джоэл. Пусто. Тряпка. Для полного счастья мне не хватает еще вертяжечки чуть-чуть. Так, давайте все облазим сначала. Может быть, найдем как раз где-то что-то полезное. Кроме зомби, конечно. О, этот штатив мне пригодился бы. Бери или... Мне, конечно, стопудово туда, где снег. Надо выползти на крышу. А, ну да, вот тут нельзя ничего пройти. Ну, может, спрыгнуть вниз, только толку от этого. Можно пройти вон там, по сути, попробовать, но лучше пройдем здесь, мне кажется. Так, оно надежнее. А?
парикмахерской должны же быть ножницы. Ой, есть трубчик. Старший Уоррент, офицер Ларри Колфилд сегодня днем пал смертью храбрых. Мы возвращались из карантинной зоны, когда с пациентом случился припадок. Вероятно, он заразился через споры, потому что следов от укуса никто не видел. Пациент вырвался и бросился на пилота Уоррент, офицера Шона Брэндона. Вертолет потерял управление, но офицер Колфилд продолжил борьбу с пациентом, тем самым спас нас. Мы потерпели крушение в Колорадо в загородном торговом центре. Из отряда выжили только рядовой Юджин Эллис и офицер Колфилд и я. Пациенту удалось укусить офицера Колфилда в шею, он немедленно указал нам на укус и согласился с тем, что должно последовать. Я предпринял предписанные протоколы меры, чтобы офицер Колфилд не превратился в зараженного. Да упокоится он с миром. Капитан Райан Фрэнсис, 4-я пехотная дивизия, Денверская карантинная зона. Фу. Так, что-то... Ниток нет. Ну, хоть и это оставили. Хоть бинты, да. Эсти... О! Ага, конечно. Так я... А, я тряпку только подобрал. Да я не могу еще скрафтить аптечку, что-то хочет на игра. Ну, рискнем. Быстрей. Сюда. Еще бы чуть-чуть. А ты быстрая. Это круто. Спасибо. Ну давай, побежали. А я так, думал... Как ты их нашла? Цикад? Да. Помнишь того парня, которого ты укусила и пушку забрала? Да, я его помню. Это Тревор. Короче, я его увидела на улице и решила за ним проследить. Он зашел в переулок, и там на меня набросились цикады. И утащили прямо к себе в логово. К Марлин. Страшно было? Да жути. Я думала, уж теперь-то она меня точно пристрелит. А она только спросила, чё так долго? Она меня ждала. И она сразу приняла тебя в цикады? Ну, типа того. Все, что было до этого, это, оказывается, проверка. Она испытывала мою преданность. А... Б. Описание Марлина. На плакате написано красное слово героиня. Телосложение среднее, 55-60 килограмм, бла-бла-бла, активистка, туда-сюда, США. Так, криминальное досье разыскивается по обвинению в совершении множественных преступлений, в числе которых входит терроризм. В число умышленное убийство по предварительному сговору, подделка документов, подкуп должностных лиц, вооруженное ограбление, а также иные преступления, связанные с организацией и возглавлением террористической группировки цикады. Внимание! Преступница вооружена опасно и пользуется значительной общественной поддержкой. Попытка ее задержания или ликвидации может вызвать сопротивление стран широкого круга лиц. Обнаружив лицо, подходящее под данное описание, сообщите в ближайшую штаб-квартиру Федра. За информацию, способную привести к захвату преступницы, выплачивается вознаграждение. Возьму себя. Помяни черта. Про тебя спрашивала. Да ну? Говорит, ты похожа на свою мать. Ну, ей виднее. Идем. Погоди. О, тарики, а разбежались. С кем ты теперь тусуешься? Не знаю. Да ни с кем. А как же Тина и остальные ребята? Как они там? Райли, они твои друзья. Но ты с ними общаешься? Ну, да. Общаешься, говорит, с моими друзьями? Почему ты с ними не общаешься? Че, неужели ничего нигде нету? Вот. О! Услышала уже голоса? Слушайте голоса. Ой, прости, не хотела обидеть твоих друзей.
Так что? Ты поверила в их идеалы? Я не знаю. Я поняла одно. Я не солдат. Тридцать дней, ага. Серьезно, ничего нет? День, просто они это умело скрывают. Ты видела других зараженных? На обряде посвящения в цикады меня заставили убить. Знаешь, давай лучше сменим тему. Ладно. Ау. Черт, прячься! Фонарик. Прости, что-то я психованная. Тут скользко. Слушай, спасибо. Может мне податься в цикады? Элли, я об этом Марлин первым делом спросила. Она хочет, чтобы ты сидела в этой дурацкой школе. Даже сказала, чтобы я к тебе не ходила. А ей-то что? Боится, что втяну тебя в неприятности. Так ты уже втянула, походу. Эй, помнишь, как я тебя сюда привела? Зачем мы сюда залезли, Райли? У меня для тебя сюрприз. Какой? Динозавр? Может. За динозавра кажется, нет... я тебе все прощу. Подожди, скоро увидишь. Мне кажется, нет смысла искать тут... Знаешь, они уже были у меня в руках. Наши ружья? Гонишь. Не поверишь, что капрал Мудозвон их тебе отдал. Нет, конечно. Я пролезла в кабинет. Так вот, я схватила их. И на этом история заканчивается. Уже знаешь? Да. Что с ним стряслось? Говорят, свалился с лошади. Инфаркт или типа того. Блин. Хотя многие ли сейчас умирают от старости? Я таких не знаю. Вот-вот. Посмотрим, что он оставил. Что? Это Уинстон? Да он раньше был красавчик. Ух ты! Будешь? Осуждаю. Не хочу. Как хочешь. За Уинстона. Как дерет. Давай. Так. А с принцессой что? Ну, кто-то я думаю, кто-то ее себе забрал. Бедная лошадка. Небось, не поймет, что случилось. И когда тут нечего особо подбирать, сейчас просто идет сюжетка. Чего, полезем туда? Элли! Помоги поднять. Серьезно? Ты что, Тони Старк? Ненавижу тут лазить. Всегда боюсь, что нас сейчас завалит. Ерунда. Я первая. Первой тебе не быть, походу. Знаешь что? Иди-ка ты нахрен. Давай поищем другой путь. Знаешь что? Вот тут можно пролезть. Хорошая мысль. Супер. Осталось понять, что нам туда поставить. Ну, подсажу тебя, что ли? Давай, поосторожней там. Не учи ученых. Открывай. Дура, второй раз за сегодня. Ножом надо пырнуть. И как мы раньше это место не нашли? Так, я нашла маску прямо для тебя.
Райли. Идеальную. Посмотри. Это что, у тебя типа оборотень? Надень-ка. Тупость. Да, крутяк. Порычи. Элли, не тупи. Рыкни по-настоящему. Другое дело. Давай глянем, что тут еще есть. Давай, давай, что тут скелетроны всякие. Вау, сколько тут всего. О, можно цыпа взять. А, тройной феникс. А теперь что, кудахтать, кудахтать придется? Ну как, миленько. Ну спасибо, добрый голубь. Добрый голубь. Хороший голубь. Я думал, волчару, наверное, оставить. А вот еще ведьма есть. Она тоже сейчас что-нибудь оделала другое, да? Ха-ха-ха-ха, серебряные башмачки! Что ты с ними сотворила? Ох, Татошка! Что же нам делать? Ржака. Да, прикольненько. Че, есть какие-то маски у вас тут? Наличие. Буду ведьмой бегать, наверное, тогда, че? 10 раз переодеваться. О, еще что-то конфеты. А, глаза. И что, люди это покупали? Не врубаюсь. Глаза съедобные вроде, нет? Типа мармеладные должны быть. Ах ты зомби чертов, это не смешно. Это было тупо. Да, это было максимально тупо. Ниндзя-ассасин, в смысле, ниндзя-убийца, типа. Натан Дрейк, Uncharted 2. Вервульф. Грим Рипер. Жак. Офицер Полис. Можно Натаном Дрейком одеться, прикольно. Так, ну погнали дальше. Повеселились, хватит. Ну тут довольно быстро, кстати, работает переключение сцен. О, у меня мысль. Что видишь ты? Машины внизу? Да, красная твоя, моя синяя. Бросаем кирпичи. Побеждает тот, кто разобьет все окна в своей машине. Шутишь? У меня глаз-алмаз. Ха, супер. Давай, первый. Проигравший. Какая моя машина-то, я забыл уже. Отвечает на вопрос. Без сарказма. Мы что, играем в чистосердечное признание? Хм, ладно. Поехали. Фигач. Четко. Дала. О, кирпич появился. Второе. Второе. Обучение, как кидаться камнями. Ну, нравится? Третье. Блин. Я первый. Фигач. Четвертое. Ну, почти. Да, кирпич. Падла, сперла кирпич мой. Есть. Да. Бам. Бада-бум, детка. Мои стекла будут разбиты быстрее, чем твои. Последнее. Да! Да! Я поддала. Чемпион! Было бы что снять, я бы снял. Толще. Ну да, можешь не оправдываться. Теперь вопросик. Уже страшно. Почему ты ушла? Так. Почему ты ушла, не предупредив меня? Я была в прострации. Слушай, я же никому не сказала. Прекрасно. Я что, тоже для тебя никто? Да? Докопалась до слов. Нет, просто... Идем.
Тебе надо это видеть. Тут рядом. Все кирпичи потратили. Дай кирпич. Ты не ответила кирпич. На вопрос. Дай кирпич. Что мы тут забыли? Страшноватое место. Так вот, помнишь, мы думали, что свет есть только в нескольких районах? Ну? Иди за мной. Погоди, погоди. Элли, сюда. Да погоди, погоди. Так, майор Бэнкс. Это уже мой третий запрос с просьбой увеличить число патрулей в этой местности. Город наводнили беженцы из Хартфордской карантинной зоны, и многие из них проходят через торговый центр, потому что знают, что тут мало солдат. Эти люди готовы на все, и в большинстве случаев они попадают в город, уже будучи зараженными. Как я указал в докладе, только на прошлой неделе мне пришлось нейтрализовать сразу 3 зараженных на первой стадии. Я понимаю, что ресурсов мало, но если нам не пришлют подмогу, наш торговый центр просто сметут эти суки. Сука, 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 мать вашу за ногу. Хер ты моржовый, да кому я все это пишу, навеки ваш лакей, сержант Уинстон Ашер. Сука, сука, сука. Щит, 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 наверное, говорил там. Что-то что, нет, что ли? Пока бумаженцы. А нет, смотрите-ка. Пусто. Смотрите-ка, тут пусто. Короче, лутать тут нечего, да, пока экшона нет. Заводи машину. Так, включаем. Электричество-то есть. Только они его вырубают. Надо просто обратно вырубить. Спорим, не работает? Проспорила. Я же тебе говорила. Везде, что ли, свет зажегся? Пойдем проверим. Тут опасно, конечно. А если бандиты сюда наведаются? Ты готова? Слушай, я понимаю, куда ты клонишь, и я очень рада, что ты жива. В смысле, я рада, что мы снова вместе, и прости меня. Я тебе тогда перед уходом наболтала ерунды. Райли, ты такая нюня. Ты сама начала. Да. Ну, готова? Готова. Нифига себе. Как же мне туда забраться? О-о-о, это мы сейчас посмотрим. Рукой ты точно не дотянешься. О, чипсики. А мне же аптечек нет, да? Покоцался, стой. Почему я покоцался? Я же ничего не делал. Сахарок. Припасы были на исходе. Мы с рядовым Юджином Эллисом вошли в зону погрузки, чтобы поискать там пропитание. На нас напала группа зараженных на второй стадии. Их было с полдюжины, и они застали нас расплох. Мы нейтрализовали угрозу, но Эллиса укусили. После напряженной дискуссии, в ходе которой рядовой Эллис попытался покончить с собой, я его обездвижила. После этого я приняла решение нарушить протокол. Я изолировала пораженную конечность с помощью шины, затем я пошла в заброшенный лазарет, взяла там хирургическую пилу и продезинфицировала ее. Я вела рядовому Элису дозу морфия, после чего ампутировала руку, сделав разрез на несколько дюймов выше места укуса. Я не уверена, что после того, как рядовой придет в сознание, он не будет выказывать признаков поражения кардицепса.
капитан Риган Фрэнсис. Риган — это девушка, я так понимаю. Я думаю, это пацан. О, я что-то могу скрафтить теперь? Нет. Может, мы уже найдем какие-то ингредиенты для крафта? Что-то тут вообще ничего нет. Ням-ням. О, патрон не взрывает. О, теперь могу бомбы делать. Так, есть одна аптечка, одна бомба, патронов нет. О, мишка. Так, ну сюда я не могу попасть. Но, возможно, тут придут типы. О! Это не к добру. Если патроны лежат у входа, а тем более их много, ну тут немного, конечно, но сам факт, что они есть, это значит... О, еще патроны. Это значит, что впереди нас ожидает какая-то жопа. Так, оставим кирпич, наверное. Кирпич неплохо действует на зомбарей. Так, ну вроде все тут собрали, пойдем дальше. Во тьму. Так, чтобы вот это открыть, нужно питало, естественно. Спасибо, военные. И где тут генератор? Иди по кабелю. На том конце кабеля. Да, Джоэл? Так, а еще куда-то кабель ведет, смотрите. Может, надо два кабеля запитать просто. Понятно. Ну, вариант один, да, идти, соответственно, туда искать, где включается генератор. Что-то много проводов. А, он типа этот генератор питает все. Единственное, что надо запитать его где-то здесь. А тут стопудово грибной да есть какие-нибудь. Господи, чертова кошка. Это кто-то в стрей переиграл. Так, а там вода, плавать мы не умеем, да? Ну. Так. Придется замочить ноги. А, черт, холодно. Твою же мать! Ты смерти моей хочешь? Это кто, я? Ты что, мне угрожаешь, что ли? О, чую неприятности. Чую неприятности в темном помещении. Так, кирпичи. Там что-то есть. Сейчас стопу... Ну, пока замок не активирую, да, не открою. Отключено. Вот и он. Я на месте. Рядовому Элису стало хуже. У него жары, постоянно рвота. Может, я ошиблась? Может, запоздал с ампутацией? Может, однажды, когда я отвернусь, он бросится на меня? Протокол противодействия инфекции. Мы поступили с офицером Колфилдом так, как были должны. Мы... Да какого... Да кого я обманываю? Мы убили Лэри. Я пристрелил его как собаку, пока Элис его держал. Не могу забыть его крики. Риган, пожалуйста, у меня есть время. Не надо. Элис, что мы натворили? Может, мы просто... Может, мне просто уйти? Бросить его убежать? Прости, Элис. Риган. Блин, ну как вариант зажечь генератор? Но мне кажется, там есть грибы. Давайте сначала все обследуем, наверное. Не хочу рисковать. По-моему, надо будет бензин найти какой-то. Где-то я видел, по-моему, прохождение вот этого. Сейчас давайте подлутаемся сначала все-таки. Дабы нам пережить атаку. Грибную атаку.
если таковые появятся здесь. Так, ну вот подлечились, отлично. Ну, грибочков нигде не видно, слава богу. О, еще патрошки. Это хорошо. И еще. Так, три обоя у меня, отлично. Плохо. Черт, заперто. Сейчас зомби откроют. А, ну тут тоже кнопки. Я понял. Активируем генератор. И перемещаемся. Мне кажется, вода будет под электричеством, но это не точно. Я тут просто не переберусь, если она будет под электричеством. Ну, попытка не пытка, что гадать, давайте узнаем, запустим Генрик. Никак. Что-то два раза дернул и все. А, бензин отлип. Бензина нет. Черт. Так, мне нужна канистра, наверное. Вот она. Пусто. Где бы достать бензин? Нет оружия. На канистру. Так, а где у вас бак? Подскажите, пожалуйста. Твою мать! Сталкеры! Сталкеры? Вот мы сейчас с ними живенько разберемся. А как он в машину засел, что ли? Вон он, ёпта. Ныкать, смотрите. Вон еще один. Где-то еще есть. Где? Вот ты подлюка. Ты согрелся на меня. Ой, еще один. Я знаю, что делать. Да. Сюда, бич. Так, валю налево. Да не дал стать ему просто. Ну блин, что-то много патронов на вас потратил, ребята. Вот если все, да. Тебя мало, что ли? Вроде бы. Так. Так, это бенза должна. Ищем. О. Бензин. Давай немного. Блин, а как ты? Так, еще. Тоже пусто. Ну где-то же есть. Отлично. Как это делается? Подсасываем. Берем шланг и высасываем бензин, так? Пошло. Так. Ладно. Этого хватит. О, тут лежит. Забраться. Как-то ж можно забраться сюда. Так, а эти не двигаются, да?
А, во. Ну, почти получилось же. С двух сторон лежит. Блин, первый раз получилось, ну-ка. Ну, ну возьми, что тут. Да, руки за грибоки. Да, тряпочку забрал. Ну-ка. Этого должно хватить. Вот так. Да будет свет. Блядь! Напугали меня. Нет, да, я же говорил, что вода так, коротить будет наших друзей. Так, дверь я открыла. Звук, как будто кто-то стреляет. О, как клюха. Таня поджигает, я погоду. Так, ну пойдем однозначно верхами. Баба нам не коротнула жопу. Тихо. Да, тихо. Тихо. Смотри вперед. Все получится. Ты не упадешь в воду и не поджаришься. Я бы так не был уверен. Так, ну а теперь вниз мне надо сюда. О! Так это можно было беспалевно подсобрать все, что нам нужно. Типа бензин и коротнуть этих зомбарей. Так, что тут есть интересного? Взрывпакеты. Можно скрафтить аптечку, кстати. Давайте так и сделаем. Так, а что мне нужно? Рофли покатать? А, все, я понял. Блин, а вот еще ворота. Мне кажется, тут зомби. Как пить, да тут зомби. А, нет, смотрите, тут так как раз есть тележечка, которая мне нужна. Так, а куда? А, чтоб не закрылось, я понял. Та-дам. Я вас слышу. Да, да, да. Давайте, наверное, не будем огнестрел тратить. Возьмем только кирпичом ухотаму. Оу! Так, ты будешь первым, друг. Тихо. Ребята.
Погоди, погоди. Бежим. Отпусти, отпусти. Отпусти. Нет. А, да ладно. А почему? Почему я еще не умер? Ко мне, пацаны, ко мне. А почему я еще не умер? Все, я не могу двигаться. Вот это баг, я нашел баг. Супер, супер, супер гуд. Так, сохранение. А, вот только что было супер, хорошо. Как раз поход, когда я же не сохранился еще ни разу, охренеть. Так, ну давайте, наверное, это сделаю сейчас. Прям вот сейчас, вот прям вот секундочку. И предлагаю на этом остановиться, вот, дабы было дальше интереснее, посмотрим, как мы разберемся. Но я уже знаю, что тут их много, естественно. Вот, мы с ними зарешаем все эти вопросы, которые у нас возникли между друг другом. Странно, что я не убила сразу током, то, что она просто подвисла, какой-то баг, короче, просто произошел и все. Но прикольно, прикольно, блин, вот именно с Джоэлом себя как-то более... не знаю, уверенно чувствуешь, ты мужик, ты там отобьешься, а тут за девочку, типа, играешь, как бы, блин, ну все, пару раз на тебя нападут, если или вдвоем там тебе конец, хотя Джоэлу конец, по сути, если на него два сразу этих нападут, крикуна, кряхтелки, короче, вот эти. Вот, спасибо всем, кто смотрел, ставьте лайкосики, подписывайтесь, не забывайте на канал, конечно, ставьте комментарии, оставляйте комментарии свои вот под видео, вот, что понравилось, что не понравилось, и так далее, и тому подобное, вот. С вами был Streamtime, Last of Us, Part 1, забыл, как называется, дополнение, короче, DLS-ка, вот. Соответственно, в описании все будет написано об этом и в названии тоже, вот. Все, всем спасибо, до скорого летсплея, пока.